Привет, зритель! Хочу познакомить тебя с продукцией российского производителя базов, витаминов и спортивного питания GLS Pharmaceuticals. Я сегодня получила свой заказ. Вообще его очень долго ждала. Ради него я приехала из деревни. И вот сегодня наконец-то его получила. Я читала много восторженных отзывов на одном сайте и в одной группе ВКонтакте. И решила сама попробовать что-то новое, а что-то вот просто у другого производителя. Доставляется оно курьером. Мне перед этим позвонил курьер. Через где-то полтора часа он приехал. Договорились мы, что я подожду. Вот в таком крафтовом пакетике степлером заклеено. Сейчас даже можно было наклеить просто так. Находятся две коробочки с БАДами. На самом деле, я даже не знаю, хлореллу можно назвать БАДом или витамином, микроэлементом. Вот такие вот две большие коробочки, баночки. Сроком одна у нас до ноября, точнее даже... Нет, до 11 января 26 года, и вот она, какого хоть тут сделана, 12 января 23 года. Это хлорелла. Я как-то тут месяц пила спирулину, купленную в одной аптеке, а тут вот решила, что хочу попробовать хлореллу. 3-4 капсулы в день. Суперфуд. Иммунитет, детокс, энергия. 90 капсул. А мне последнее время, вообще вот последние года полтора, как-то периодически энергии очень не хватает, поэтому... К ней я взяла вот гинкобелоба плюс готукола. Продуктивность, память, здоровые сосуды, 60 капсул. 2 капсулы в день. Это у нас... В принципе, они обе того же срока годности и срока изготовления. Живут они, по сути, 3 года. Но сейчас чуть меньше, потому что уже сейчас, вот сегодня буквально, где-то ближе к концу июля, месяца у нас сейчас практически чуть больше половины лета прошло. Крышечка вот такая, надавить и открыть. У меня всегда были с ними проблемы, но внезапно открылась быстро. Вообще я планирую сделать еще потом на каждую из них отдельный обзор со своим мнением. Просто сейчас покажу. Капсулах. Я вообще люблю вот все эти такие добавки в капсулах лучше принимать. Мне кажется, это как-то и более вкусно. Вот в таблетках я пила хлореллу и спирулину. Ну, как-то вот, ну не то. Чувствуешь ее. А в капсулах, мне кажется, это намного как-то лучше. Оно лучше рассасывается желудком. Вот эта желейная оболочка. Что у нас тут в итоге? Биологически активная добавка к пище гинкобелоба плюс готукола. Состав: экстракт листьев готуколы, антислеживающие агенты, микрокристаллическая целлюлоза и кальциевая соль стеариновой кислоты, экстракт листьев гинкобелоба, капсула желатиновая. Область применения: в качестве биологически активной добавки в пище, источников флавоноидов, содержащего азиатикозиды. Взрослым по одной капсуле в 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. Можно с собой, допустим, взять. Я думаю, что с собой возьму и ту, и другую в деревню. Вот. Тут мембрана зафольгированная. Все вполне себе качественно. Твердая. Мне ногтей не получилось. Вот та ногтем у меня удачно открылась, а эта ногтем не получается открыть. Поэтому я ее открою в отдельном видео. Вот с хлореллой я, наверное, сегодня и начну, потому что, в принципе, ее можно уже вот хоть сегодня, хоть вечером даже съесть. А гинкобелоба плюс готукола все-таки, наверное, в первой половине дня лучше. Потому что сейчас у нас уже ближе к вечеру. Я же не хочу ночь не спать. Зритель, ты пробовал когда-нибудь вообще гинкобелоба само по себе, или готукола, или все вместе, или вот
Да, и кстати, если ты зритель хочешь что-то себе купить, а цены кусаются, хотя у них, по-моему, цены, ну, вполне себе такие адекватные на сайте, и их можно купить даже на Озон, например, то ссылочка на скидку в 25% на сам сайт, чтобы купить эту продукцию, или на Озон тоже по скидке, у меня будет в инфобоксе и в закрепленном комментарии. Ты можешь сделать себе заказик. Ссылочка со скидкой на 25% на сайт. Там она многоразовая. Можешь один сделать заказ, второй сделать заказ, сколько хочешь. Все равно будет у тебя скидка 25%. Вот так. Ну и поделись со мной мнением в комментариях. Возможно, ты уже что-то такое пробовал. Возможно, ты пробовал что-то вот конкретно вот такое, а может, что-то иное. И каково твое мнение, если ты уже знаком с этой продукцией? Всем спасибо за просмотр. Если хотите поддержать канал где-то, тут будет облачко. Или ссылочка в инфобоксе. Всем пока!